хорошо это. Он просил ее на асфальт поставить. Нет, если вы туда поставите, это не допишешь. Сверху ставите как раз. Ну, сюда повыше? Да, и сразу вас вообще не шагу. Стой, стой, стой. Не садитесь же сверху. Вдруг. Жизнь здесь проживать надо. Скажешь, что там стоит? Вроде не играет? Нет. Там много нет, в бочку. А, да? Да, нет. Вот лежать. Угу. Бочечки. Сзади тебя. Да я ялки тоже сижу. А вот как она? Как она? Вот, никто не ждет. Я тебя спину. Ну, что больше всех нам? Ну, переживают за бабушку. Это же нечестно, если команда проиграет. Быстрее, долго поднимают.
Алло. Ты? Хорошо, Бахаточка, я сейчас на соревнованиях перезвоню, ладно? Ну, у тебя закончится через часа два. Ага, у тебя срочно что-то? Алло. Сколько дней, хорошо? Я не знаю, сколько этот чемпионат в пару 8 проходит. Сколько дней, можно? Да, да, точно так же, как ты работал, точно так же. В команде какой-то прилепит тебя, иностранные, будешь с ними так же ходить. Только их мало будет, их, ну, как бы, не такая большая толпа. Поджимайте, поджимайте! Выходи! Выходи! Хорош! Давай, девчонки, попыточку! Поворотом надо было пнуть уже. Там столкнулись. Тебе, я твой телефон. Ой-ой-ой, чужой. Все, Вера умер.
Стойки. Все, смотрите. Как красиво. Эротически.